Территорию домов по физкультурной 103, Краснодонской 10 и 10А на общегородском субботнике приводили в порядок волонтеры, студенты и неравнодушные жители города, которые сами проявили инициативу и вышли с желанием сделать пространство вокруг своих домов чище и уютнее. Получив необходимый инвентарь, люди занялись уборкой листвы, мусора, подбором старых веток. Это как-то сплочает людей, даже какие-то, может быть, негативные моменты были у кого-то, мы выходим сюда, это все сглаживается. Потому что мы начинаем взаимодействовать, работать для единого дела, и поэтому становимся дружнее. У них есть возможность познакомиться между соседями, подружиться, решить какие-то свои там планы, чтобы в будущем делать, как улучшить жизнь общую, комфортную среду. В месячнике по благоустройству жители промышленного района участвуют ежегодно, считая, что наводить порядок после зимы должен каждый житель Самары. Для мотивации соседей у дома по физкультурной 103 всех, кто пришел на общегородской субботник, угощали пасхальными куличами и горячим чаем. Вообще такие мероприятия отбываются часто. Они нужны. Почему? Если каждый житель выйдет из дома, уберет свою территорию, естественно, мы не будем пачкать. Мы будем беречь и ценить. От каждого дома по физкультурной 103, Краснодонской 10 и 10А участие в общегородском субботнике приняли от 20 до 30 человек. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.